масштабы работы. А если я делаю параметры и убираю совместимость? У тебя стоит галочка в сцене совместимость с античитом? Не уверен. Бля, чудаки вообще ни хера не продаются. Кому нахуй не упали? В смысле? А, у меня и без этого идет. Я, наверное, их не выставил через телефон. Бля. Ну, как бы подтвердить надо, да? Они просто ожидают подтверждения, висят. Вроде работает. На ютубе чекнуть. Давай, я тоже чекну. Тоже запущу, а хули бы нет. А, подожди, я же не запускал. Это предпросмотр был. А я прям запустил. Бля, вот это так противно, что надо в творческую студию зайти, прямые трансляции выбрать и там уже видеть, идет, не идет. Противно, что надо в творческую студию зайти, прямые трансляции выбрать и там уже видеть, идет, не идет. Да, есть, работает. Противно, что правда, надо в творческую разрешение студию вообще зайти, забей. Прямые трансляции выбрать, Просто тупо там уже забей, видеть, я тебе отвечаю. Идет, не идет. Это же не Full HD у тебя получается, да? Оно идет типа с рамой сверху и с рамками снизу. А, ну хоть так. Это хуйня обрезается. Есть плагин, короче, для Ютуба. Чувак, который обрезает. Он там обрезает просто по такой жопе. Это жесть. И еще он понял, вот это автовыравнивание сцены делает, которая типа начинает дрожать картинка из-за этого. Не, нет, ты не понял. Плагин для браузера. А, есть такое, да? Ну, это специально под мониторы 21 на 9. Ого, да, давай скатаем немного. Давай. Поехали. Я заодно посмотрим посмотрю. Потом, как оно на виду. Я заодно тоже посмотрю, как у меня Battleground со стримом идет. Ничего ни разу не запускал. Я, по-моему, все настройки в игре. Ага, на среднее поднял. Ладно, хуй с ними. Теперь зато хоть экран будет не обрезанный. Ну да, хоть видно будет хпшку, да, твою знает, и как карту. Блядь. Обрезанный экран или картинка в картинке с полями со всех сторон. Это прикол именно Ютуба. Мне кажется, ОБС. Не, не, YouTube, это прикол, да? Именно Ютуба. Да, у него какая-то хуйня, что, ну, проблема, короче, с воспроизведением видео 21 на 9. То есть, если видео записано 16 на 9, на экране 21 на 9 с черными полями, а если видео записано в 21 на 9, то в мониторе 21 на 9 оно идет с полями со всех сторон. Какого фига, если оно должно быть типа ок. Ну, блядь, такая хуйня. Вон она, дома. Слушай, ну вполне приятно идет. Я думал, будет похуже. Вообще, по-моему, разницы не вижу. Что стрим, что без него. А что это так рано? Нормально, чё. А, ну да, можно было поближе, конечно. Ну да хуй с ним. Мне показалось, что уже ок. Ты жесткий. Блять, такой звук пиздец, когда включаешь этот. Звуки вообще. На школу падает очень много людей. С нами один падает на крышу центрального дома, который ближе к нам, дальше от школы. Вот он упал. Не знаю. На большой дом тоже еще падают. На самый большой, тот, в да, котором да, я? Да.
Ну, может, то ты упал, но... Нет, я Да, упал рядышком с... упал на крышу. Точно упал. Понял. Да, слышу, топчет. Я такой невнимательный, пиздец. Да, я ухожу, я что-то нихуя не нашел тут. В первом этаже. Ага. О, блядь, заебись лает. С мясом. Могу тебе дать X4, если хочешь. Вот. Я настолько невнимательный, я... Тупо не обращаю внимания на вот эти топоты везде, знаешь. Да. Я с другой шом. Но с компенсатором. Да, я там нарядил ее немного. Под домом у нас есть чувак. Да, слышу, зашел слева. Угу, видел его? Да. Я пойду штурману. Вырубил. Хорош. Я лечусь. Давай. Еще кто-то есть. Зашел кто-то слева, мне показалось. Чекай левую дверь. Я в сейве оттуда. Но если что, чекай. Хорошо. Подлечился? Справа. Или это ты там перекодышиваешься? Я перезаряжаюсь. Бинтуюсь еще. Давай. Ну, что делаем? Ну, надо это штурмануть, наверное. Попробовать. Тут никого. Шли направо, а тут их был. А у меня шлем, блядь, в дребезги расхуярил. На втором брал шлем? Нет. Но у меня второй, и он, типа, наполовину спущен. Я понял, я позакрываю. Оп! Ебать, это ты? Я открыл дверь. Вот ты жесткий. Что за звук был? Граната? Пошли туда к чуваку. Нет, взрыв. Окна разбились. Идешь со мной? Нет. О. Я на втором этаже просто. Пошли искать, это к нам пришел тот, что с центра, а не тот, что в моем доме был. Пошли. Второй этаж. Кто-то палит. Второй этаж. Не вижу. Блять! Беги! От дома, от дома беги! Я не вижу. Я зашел уже. Понял. Не знаю. Есть ли? Сзади. Хорошо. О, я его убил, что ли? Мы их добили. Я ж одного убил, а ты второго. Фу, залили мне. Нет, ты походу обоих убил. Ну да, мне троих написал. Хилки есть? Поймем обинчик. Да, на аптечку. Думаю, аптечку. Угу. Что с этим чуваком случилось?
Где его коробка? Что это такое, блядь? А что, на первый этаж? Зацени, чувак, тут без коробки, вот. Прикол. У меня что, пролагало, и он не тут был? Ну вот, одного ты убил, я вижу коробку. Я возьму пуловый шлемчик. Найди коробка этого уебана. Дырка. В смысле? А где он вообще? Он же тут в дверях умер. Ну я же говорю, а коробки нету. Вон. Все это за пиздец. Понимаю, что на сервере он вообще где-то не тут был. Как так? Я вообще не представляю, братан. Но его коробки тупо нету. Того залутал что-то? Там нихуя. Да не. Бомжи. Блять. Заебали эти быстрого доступа магазинчики. Открыл кто-то двери. Слышу, прям под нами. Дал ему очень сильно. Он с дробашом. Ой, блядь, еще один, я кадешусь. А, так все? Ну да. Боже, как еще лагает. Кто-то, еще кто-то. Открыл двери. Убил. Держи его. Убил, а, убил, убил. Блядь, сука. Я закрою. Жесть. О, для этого медкиты все есть. Х4. Броник даже залитый немного. О, блядь. Я расхуярил, что мог. Я? Сори. Я. А, ты? Да, тупо, блядь. Что мог, распиздарась. Блядь, ты знаешь, мне калаш поинтереснее пока. Тебе аптечка нужна? Не, я залутал чувака вот. Понял. О, детка. Есть на эмочку патроны? Да, я трохи пособирал. Тут аптечка есть у чувака. У меня тоже есть. Компенсатор тебе не нужен? Нужен. Иду. А вот тут скину. Угу. И аптечка вот тут у чувака есть. Ага, есть такое. Голограф, скар. Бля, можешь скар взять. Вместо эмки. Ну, я взял все скар, но не знаю, насколько правильно. О, просто патончики. Тупо из-за того, что у него есть авто. Были ну, пятерки? Вот я тоже. Не-не-не, семерки. Я вот, наверное, тоже скар из-за этого возьму. Пусть будет. Вот подо мной патроны. Шикарно. Так нам уже школы что ли прибежали? Не знаю, почему. Да. Шлем залит, микроузи, глушитель, пистолет. Бать. А вообще без бронежилета, короче, был, понял? Я тоже все время без брони погоняю. Это бомжиха пришла. Че он тут хотел словить своим УЗИ? Я. Ну хуй знает. Перли люди со школы вообще к нам ломятся. Что, на школе мало лута, что ли? Не такое чувство. Тебе аптечек не надо? Нет. О, второй броник. Цевьёшка. Вообще огонь. Блять, он без стар не перезаряжен. Ой, сори. Так ты взял себе бронежилет? Да. Ты скинул залитый второй, понял? Настолько лагает, что я вообще не понимаю, когда люди умирают. О, скар. Серьезно. С патронами. Нужны патроны? Не. Ну я ж тебе отдал. Понял. Ну, едешь типа, что-то?
Вообще. От школы, что ли? Где-то гудит. Вот я стреляю у чувака в прицеле. Да. И я не вижу момент, когда он падает. Он типа стоит, а потом уже мертвый. Офигеть. Не, у меня такого нет, у меня нормально. В этом плане. Будет потом на записи посмотреть. Может, ты меня глючит? Ну вот тут что. О, вторая каска, иди, Ленчик, возьми. На мне есть. На мне тоже. Не нужно. На школе война. Не на школе. В том дальнем городе за школой, короче. Че, валим отсюда? Нам мы не в зоне. Самолет. Ну, я хз, я вроде залутан так более-менее. Бля, меня вообще портает. А у меня такие действительно какие-то проблемы с интернетом. Из-за того, что ночью отключался. Может быть. Обоймы СР-ка увеличенной быстрого доступа. Но я, наверное, брать не буду. Борник цевьё. Не надо. Все есть. Мне пишет, что я убил двоих. А где ты на смотришь? Лестнице, что ли? А, я четырех убил. Пап, куда нажимаешь? Угу. Ну да, выходит дети, которые на лестнице. Так, показалось, что ли. Так, ну валю. А, тут зона рядышком. Да, правильно. Нам смысла так спешить нету. Оп. Бля. Ладно, быстрый доступ, так быстрый доступ, похуй. Рядом стоит УАЗик. Именно. Можем взять, поехать в центр зоны. Имеет смысл? Около дороги на N. Ну а чё? Ты знаешь, я смотрел, как пацаны играют, те, которые побеждают. Они исключительно на тачках ездят. Поехали. Ну, чуваки, понимаешь, именно на победу играют. Вот. И они, короче, тупо вот садятся в тачку, едут в центр зоны. Да, сюда, братан. Вот, садятся в тачку, едут в центр зоны. Зона перемещается, они садятся в ту же тачку, едут обратно в центр зоны. Приезжают к дому в центре зоны, отбивают его, этот дом. И как бы... Ну, понятно. Дальше сами... У нас проблема с отбитием домов, короче. У нас все получается. Я видел, как чуваки штурмуют. Реально грамотно, то есть... Там, блядь, прокидывают гранатки. Никто, вот типа рискованная ситуация, никто не прорывается на рожон. Они просто тупо, блядь, аккуратненько отбивают дома. То есть там гранатку прокинули в комнату, гранатку прокинули от стенки за угол, ну и в таком духе, понял? Да, да. И никто типа не пугается, такой эгэгэй. Аккуратно просмотрели, насколько это возможно, ну короче, ты понял? Вообще никакого эгэгэй, шашки на голову и все в этом духе, ничего такого нету. Не могут взять. Если не могут взять комнату, сидят в той комнате, которую они взяли. Да, нет, вот они зашли в комнату, чуваки на втором этаже, они сидят на первом и типа в хуй не дуют. Все нормально. Типа. Thank you.
блядь, уберем эту тачку. Ты говоришь, что война? Если вот это выживет, да. За моста где-то. Ну вот, заняли дома и сидят у них возле дома. Вот и чувак. Блядь, я прыгнул зря. Сейчас за этим желтой выйдет. Мой фейл. А, там еще справа был чувак. А, я спрыгнул, короче, потом проносил. А, это не их? Ну, я тормозил. Ладно. Не, я думал, ты прям в желтый врежешься, понял? Мы выйдем и постреляемся. А ты правее повернул и поехал. Ну, ладно. Да, да, надо было. Ну, кстати, тормозная дорожка, как на тесте. Да? Нереально. Типа. Ну, они ну же вот видишь... сегодня был патч. Да, я так понимаю, ну, сегодня, что вчера, подъехало, вчера. Короче. Вчера, 46-я ну, версия уже вчера встречал. была. 2.6.4.6 уже вчера было. Мы вчера играли на ней. Ну, я сегодня утром какое-то дополнение качал. Да. Послушаю, как там игра идет. И как... О. Давай, я тоже, кстати, хочу глянуть. Интересно, дропы были? Ни одного. Вообще. С мясом просто. Вот я смотрю сейчас замес. Угу. А, я просто не заметил, как второй упал. Ну, я сейчас тоже хочу посмотреть. Пинтуюсь. Ну, надо это что-то нормально. Ну, и меня хорошо слышно, и тебя хорошо. И игру хорошо слышно. Угу. Тут никого. Я игру. Шли направо. А тут и был. А, у меня шлем, блядь, в дребезги разобрали. Ну, а качество какое? Я понял, это закрываю. Оп! Ебать, это... Хуёвое. Чё, больше можно ставить, да? Чё за звук был? На. Гранаты? 1080-60 FPS. Искать это... А, самой игры? Да. Бля, граната у меня, короче, понял, прям в эту ударилась. В дугу в окне. А то я когда кинул во второй этаж, прям в дугу в окне, короче, ударилась. Вот, я сейчас хочу посмотреть, где этот чувак делся. Ты его трупиком понял, который на втором этаже был? Ну, качество, честно говоря, что-то не фонтанно на ютубе. Ну, да, смотри. Пойду нос закапаю, а ты пока... Я от себя вот смотрю, то же самое, такое же. Шованная хуйня. Не знаю. Есть еще? Сзади. На, скинул, отойду. Ну, я его убил, что ли? Я, ну, так, я его убил, раз. Что ли? Ну, он тут упал. Ну, я его убил, что ли? Я, ну... Мы их добили. Я ж одного убил, а ты второго. Фу, залили мне. Нет, ты походу обоих убил. Ну да, мне троих написал. Нашли вообще не фонтан качество. А, это 720. Да, о, Full HD поинтереснее. Со мной аптечка. Угу. Так. Что с этим чуваком случилось? Где его коробка? Что это такое? Тут был? Вот одного. Ой, шлем. А где он вообще? Он же тут в дверях умер. Да. Ну я же говорю, а коробки нету. Он? Понимаю, что на сервере он вообще где-то не тут. Я не представляю, братан. Лутал что-то? Там нихуя. Да не. Открыл кто-то двери. Слышу прям под нами. Дал ему очень сильно. Он с дробашом. Ой, блядь, еще один, я кадешусь. А, так все? Ну да. Боже, как еще лагает? Кто-то, еще кто-то. Открыл двери. Убил. Держи его. Убил, а, убил, убил. Блядь, сука. Я закрою. Жесть, ну, норм. Воу. Да, господи, блядь.
отойду. О, тоже. Алло. Тут? Так, а ну хочу еще одно протестить. Наверное, мне все-таки надо поставить соотношение сторон 16:9. Да. Да. Это плохо все вообще? Ну вот, посмотри, я тебе ссылочку скину. Сейчас. Так. Трансляция приостановлена, братан. Слышь? Уже прямо сейчас будет, обнови. Могу тебе. Ёбаный в рит, вот это ты зря сейчас поставил такую хуйту. А что случилось? Сейчас ужасно просто. Сейчас, короче, тебя только центр экрана захватывает. Ёбаный в рит, вот это ты зря сейчас поставил такую хуйту. Сейчас ужасно просто. Сейчас, короче, тебя только центр экрана захватывает. Да. Оно не центр экрана захватывает. Ну, у меня центр. Нет, оно захватывает с начала экрана. Full HD захватывает с экрана твоего. Не, оно должно, блять. Так, а ну. Захватывает с экрана твоего. Не, оно должно, блять. Так, а ну. Захватывает с экрана твоего. Не, оно должно. Блять, ясно. Короче, я когда у себя выключаю этим переключателем микрофона, оно фонит. Хуёво. Микрофон мне лучше не вырубать. Надо на какой-то ход клавишу поставить, наверное. В этом. Как мне, блять? Нихуя не могу менять. Заебись. Как, блять? Угу. Шикарно. Чё там, Ленчик? Рассказывай. А ну если так, попробую перезапустить, посмотреть, что получится. Ша. Оно понял, как захватывает? От начала экрана и 1920 пикселей. Mm-hmm. Ну понятно. Не отцентровано. Ну вот сейчас твое разрешение длинное, в смысле. Просто с обрезами вверху и снизу. Ой, ебать. Ну типа я бы так и оставил, если честно. Только у тебя почему-то 480p. Максимум. Да, это я в OBS выставил. А зачем? Обрезку. Ну, я думал, будет, короче.
Выставь назад Full HD. Да нормально, Ленчик, это типа смотрибельно вполне. Особенно те, у кого вот эти длинные моники, они же могут, наверное, растянуть как-то. Ну да, через плагин в хроме. Ну. По звуку все шикарно. У тебя глушит фоновые шумы, у меня глушит то же самое. Типа все ок. А ну, если так сделаю. Давай. Что ты поменял? А? Сторон. Ну, не знаю. Уже еще, по-моему, стало, не? Или так же? О, Full HD появилось. Заебись. Братан, оставляй его так и все, и не парься. Видно все равно, в кого ты стреляешь, куда ты стреляешь. Просто забей хуй. Ну ладно. Ты ж пойми, тут самое главное, чтобы она захватывала ровой процесс. Поехали. Да. Найс, нас приняли, конечно, Да, блядь. бля, да. Ну, там были чуваки, уже воевали, тут мы еще сзади подъезжаем на тачке, на УАЗике. Если честно, я вот сейчас последние пару дней смотрел Шрауда, так он там ебашит именно так. Он доезжает до границы зоны на тачке и тусуется возле этой тачки. Понял, пока зона не дойдет. Потом он опять садится и едет. Ну и, собственно, вот так вот Это он видео. и выигрывает. Вот эти вот рамки. Ну. По бокам сверху и снизу. Ну. На ютубе. Ну да. Там, по-моему, было лучше. Еще раз. Когда... Ну, было лучше, когда картинка была в этот самый. Обрезана просто под Full HD, отцентрована. Ну, не знаю. Спорно. Понимаешь, у тебя половины не было ничего видно. Ни миникарта, ни ХП, ни то, что ты делаешь. Ну, типа, у тебя только центр было видно, в куда ты стреляешь. Такое. Чё, Порт. в порт повоевуем? Да, тут с дождем не особо есть желание играть. Так что быстренько. Пах-пах. Ну. Ты в какой ангарчик? Там экране, ближе к дороге. Да, с нами, чуваки. Прям с нами. Ну, я вижу троих. Четверо. Четыре, да. Слушай, я в твой ангарчик. Или нет? Давай. У меня попаду. Есть. Пойду с той стороны гляну. Ну так портает. Так где они? Ну не совсем у меня. Убежал я его типа
У меня. К тебе бежит. Я наклонился один раз. Так, попал. Где он? У меня. Ты его видел? Тут. Я понял. Могилки? Да. У него дробовик. Да, наверное, возьму. Я вам чуть-чуть попал, падла. У него там есть что-то еще? Не. Опа, братан. Это его друг. Умер инстансно. Хорош. А, красавчик. А где именно он? На ящиках сверху. Еще двое, но они падали дальше, туда же, да, на дальше. Но они воевали там еще с кем-то. Я с дробовиком учти. Это тоже. У меня МК с одной обоймы. Пумпик на мне, братан, можешь забирать его. Бать. Тут я высадился от тебя. Тут чувак убил инстанс. Да. Бля. Ну все, мы сами, значит. Ну, нет? Наверное. Если инстанс, ну может это какой-то вариант. Ко мне. Я понял. Ну, давай еще лучше чекать. Мало ли что. Еще один второй броник вот тут. Ты в чуваках там ничего интересного не находил? Я не смотрел еще этого, который внизу. Пойду сейчас посмотрю. У меня есть калаш. Могу умпик отдать. Не, у меня... О, минька. У чувака минька. Потрошение. Идешь? Я патроны забрал, минки. Не-не-не. Не пойдешь? У меня МК то же самое, по сути. Понял. Это МК, которая одиночными валит. Бля, я, наверное, миньку возьму. Но он в теории это победитель файта двух взводов. Один взвод мы с тобой кончили. Того типа. Кроме нас было 6 человек, все трупы. Ну да. Это в теории. Это вроде как. Да. Хорошо, теория, скажи. Пряк. У меня минька. Где ты там говорил второй броник? На ящиках? Пряк. Да, на ящиках и в будке. В вышке, точнее. Ага. Прям на мне, прям сейчас. Второй? Да. В ангаре. Бля, ну с этим дождем играть это плохо. Девательство нахуй, честное слово. Думал, что это энергетика, а это, блядь, ботинок нахуй. Неплохо. Это ботинки. Шлемчики есть у тебя? Я где-то там первый видел, да, он горел около меня. У меня тоже есть, я тебя спрашиваю, есть у тебя? Второй. Понял. Но беленький. Найдешь еще, скажешь. Вроде вижу. Первый заход. Оу, поняли. Ну да, в принципе, похоже, что мы сами. Ну да. Штаны, блядь, все. Вот, я нашел трупак. Один. Ну вот это их недружание. Того, которого я последнего убил. С учетом того, что я нашел один трупак, а не три. То будь осторожнее. В смысле? Так их, ну, не понял.
Леон, я нашел один труп. Ну, кто его убил? Ну, те дружане, которых мы убили первыми. Это может быть. 100%. Я ж последнего убил инстантно. Угу. Не, ну в любом случае надо поаккуратнее, но скорее всего оно так и есть. Вектор есть. Это если с нами падало. Но я правда только четверых видел. Я тоже вроде только четыре было. В любом случае аккуратность не помешает. Ну вот у меня тут сейчас был пустой ангар полностью. Я прошел. Объясни, если иксовочку найдешь. Угу. У меня есть X8. Но я на миньку его пока поставил, могу отдать. Если надо, Ленчик. Слышь? Я могу забрать. Иди, если тебе не надо. Ну, там найдемся. Я отдам. Ну, на коряк он поинтереснее смотрится. Оп. 416 я по-любому отдам. Я где-то видел это. Ложку вроде для 416. Если я не ошибаюсь. Угу. Где-то она была. Не помню где. Я тоже где-то видел. Была ангара, что ли? Да. Она была взять, что-то я потупил. А, бля. Ладно. Шлем второй, братан, на мне. Понял. Бегу. Ящик там, да? В синем. Наверху в синем ящике. Третий броник. Да. А у тебя есть? Метку поставил. Да. Это жестко. Помогу сказать. Ты ангар лутал вот этот ближайший? Нет. Или да. Вот не могу сказать, по-моему, лутал. Давай я тебя X8 отдам, братан. Стой, я сзади тебя. Тебе не надо на МК обвес? Надо. Смотри, вот есть такое. Давай. Что это такое есть? Отличный МК. О, 416-я. Еще одна? Охереть. А? Пропиши себе ДНС Буковский. Да, реально лагает. Сейчас, секунду. Братан, ты лутал патроны на мини 14? Да, но я ее скинул, братан. Ага. Зайди в сеть, управление сетью. Это буквально она это. У тебя там стрельба где-то была недалеко. Отошел на минутку. Давай.
Ну, ночью пропадал интернет, и я так понимаю, что что-то с провайдером. А это типа гугловские DNS, и они нормально отобрали интернет. Пошли, братан. Тут где-то стрельба была, Лёнь. Прям недалеко от нас. Вот так. Вот перед нами, мы где-то на Е. Шумали. Не, мы не с ЦИМ, просто я тебе говорю, что ты знал. Вот где-то боже, вот меня вот подлагивает. Тупо портает. Прям сейчас, братан, 4x нашел. Ой, охуенно. Давай. Вообще огонь, спасибо. Вон, да, машина едет от этого, от гаража. Выбежали чуваки. Они нас видят, блядь. Ёб твою мать, надо бегать. Я побежал к домам, братан. Мне насунули разом. Да, мне тоже. Блядь. Слышишь, я тут стреляю один. У меня это самое есть. Коррекция, спасибо. Пойдем, это уеб. Смотри, не умри, поразвлекай, я сейчас уебу, блядь. Давай, я этот, похилюсь как раз. Ну там у чувака тоже коряк. Блять, смазал что ли. Вырубил одного. Я не вижу где второй, не вижу где-то рядом, наверное. Да, под машиной. Я убил, все, убил. Убил. Слева еще кто-то стреляет. Это не я. Это был не я, Жикун. Да держу я понял, в курсе. Не вижу. Лево как... На, а, горе, на ящике. Блять, спрыгнул. Синие ящики вот там вот за вышкой. У меня нечем лечиться, иди я бежу, бегу туда, блядь. Иди ко мне беги. Не надо туда бежать. Блядь. По мне палят. Вижу, стоит у дороги, хуйня. Вырубил он нахуй. Давай убил. Аптечку. У меня нету аптечки. А, есть, на. Еще на ящиках. На ящиках, чекай на ящиках, я лечусь. Чекаю. Или это он был? Не знаю, нет. Нет. Он не мог так быстро добежать. Надо лутать, бо у меня все очень хуёво по луту, братан. Что тебе очень дать? Прям. Я бегу туда к тачке. Ну, и нам тачка нужна, ну, давай наверное. Тогда сядем в неё и поедем. Тут бежит, вижу, бежит на... вот этим контейнерам, которые на В подбежал. Вот в них пробегает сейчас. Вот выпрыгнул, смотри, видишь? Нет. Сейчас выбежит оттуда, с угла. Вон, выбежал. Я побежал к этим, которые с тачкой. Блять, он меня увидел, сука. Уже зона надвигается. А господи, блядь. Нагрёб 5.56. Убил. Аптечка, пинтов. Давай, Лёнчик, бери тачку и едь ко мне. Я типа в лутану пойду. Давай бегом. Бозона уже едет. Идет. Я понял. Тачка очень залитая, очень прям пиздец залитая. Бля... Но я ее специально заливал. Я понял. Лутай вот этого первого, я пойду того второго найду еще. Хорошо. Он левее, налево. За деревья сразу налево и едь дальше. Аптечки есть, энергетики, X2, гранаты. Давай я лучше тебя доберу, братан. Так буду. Все, я поеду. Давай. Слушай, ну их нахуй. Я налутал, что тебе надо налутать? Поехали. Да не, у меня все есть. У меня тоже все есть. Просто едем в зону. Я там третьего шлема. А, нет, у меня патронов. Ну это первая зона. Слушай, вот тут вот чувак где-то упал. Ты там. Тормози. Где-то тут, блядь. Ну, я тебе так скажу, я нихуя не вижу, и от домов еще стреляли. Да? Да ладно. А нам... Да, там в домах еще, наверное, есть люди. Блять, где-то он тут упал, сука. Нету точно, не видно.
но я не вижу. Поехали, я проеду. Баные ящики исчезающие, давай. Если тебе не надо броника и этого нет, самого, я тебе дам. А, все понял. Патронов дам. Я хилюсь и иду в тачке. Давай. Бегу. Поехали. Прям в зону заезжаем и останавливаемся. Сейчас она еще сильнее начнет наваливать. Но у нас тачка, понял, вообще ветерок дунет и сам видишь, 5,5 хп. Ну тогда заезжаем в зону и выходим. Да, нам по-любому ее надо менять. Можем чуть-чуть дальше, вот. Давай, берем. А там впереди УАЗик. Похуй, батя лучше. В чем-то. Или УАЗик возьмем. Давай, Вадик. Давай. Поехали. Вазик просто очень тяжело пробить, а баги очень легко были. Давай тормознем здесь. О, бля, ты выехал прям. Надо похиляться по максимуму. Патрон там надо взять. Найс, нахуй. Вот эти дома. Дома на С. Есть чуваки? Опасные. Нет, они опасные, эти дома. Тебе нужны какие-то эти хилочки? Нужны? Блять. Не. Дай мне патрончик. На, потроши кинул. Угу. О, вообще огонь. Все, я готов. Да, я слуп у чувака. И, ну, точнее, из тех двух. Причем я даже не все слуп. Понял. Что там, норм? Работает? Вообще не работает интернет Wi-Fi. Ры. Даже с этим самым, с DNS-ами прописано. Поставь какую-то меточку нам. Да мы в центре, да, тормози, мы тупо в центре. Где-то тут попрятаться. Ага. На гору? Да вот дом там давай. Что-то горит. Я же говорю, в дома давай. Не-не-нет. Да. Так там вон тачка горит, о чем? Вон, смотри, слева тачка. Вот. Об этом я говорю. Это я вижу дома. Нет, я и понял. Ну тогда давай воевать. Тут где-то надо. Мы выходить. Можем пойти пострелять этих я пацанов. Выше. Ну конечно. Я бустанусь. Давай я тоже. Нихуя не вижу, блядь, в этом поле. Этому молодому прям на ход ебало дал. Первому тому, mm-hmm. что в контейнерах. Я понял. Ты чуваков видишь, нет? Mm. А где тачка? Отсюда по домам бил очень долгий. Прям около дома, там где второй этаж в сарае есть. Uh-huh. Но тут нам деревья обзор закрывают. Да. Я попробую сейчас. Вижу, бегает под ящиками. Дал ему в голову, он в третьем шлеме. Оба. Ага. За ящиками, братан, вон за желтым ящиком. Смотри, смотрим, да, приехали. На поле бегают, вон, посмотрим. Попадаешь. Ну я думаю. С повороткой бежит. Да. Ты меня понял, о чем я. Блядь, ебать, ты топчешь около меня. Подорвать нахуй этот мотик. А стоит ли? Мы в центре. Ну со всех сторон, блядь, могут сейчас приходить. Нам надо так аккуратно здесь на этой горе быть. Кто-то по ним там еще. Я так понимаю, что это не друг приехал. Ну да. Я того потерял, который за ящиками. Я думаю, он там за ящиками и сидит. Наверное. Он за дом, я не видел, как он бежал. Но я ему дал въебало, но он в третьем шлеме. Я думаю, там от третьего шлема уже осталось только, блядь,
название. У меня такое чувство, что тачка по полю. Вон тачка, да. Нет? Блядь, показалось. Вот этот куст, который около этих ангаров. Угу. Так на втором этаже был, да? О, нет, ебать, чувак бегал, груз. Лутал. Иди сюда, грузу. Ко мне иди. Бегу, но по мне уже кто-то наваливает откуда-то. Имею в виду. Понял. А, такое чувство, что где-то оттуда с домов. Тут X8 и 249. Бля, я даже не знаю. Я вижу чувак по полю. Два чувака по полю на SE бежит. А так стреляй. Я не знаю, попал в одного нахуй. Обронил его около дома. Думаю, еще в сраку один раз, блядь. Синий дом, одноэтажный. Я понял. На 150. Mm. Синий с белой крышей. Да, два дома в притул, вот там они. Уходим отсюда, они там в хорошей позиции, они могут от угла уходим, отыгрывать. Уходим, они еще и вне зоны, нахуй они нам надо. Но он поднимет друга, я не успел его этот самый. Давай тут. Тут еще дома эти. Да. Надо дома было Бог занимать стрелять. На самом деле. Вот да, там два чувака, один с таким шлемом. Да я понимаю, не, я к тому веду, что на горе хуёво. На горе с любой что, стороны мне нравится. Могут обойти, вот в чём проблема. Раздаёшь направо-налево. Пляторов. Кто-то стреляет там где-то внизу, блядь. Вижу, чуваки. Окна выбежали с того дома. А, да, их же зона жмёт. Так где они? Ну вот в рыжий дом, понял, рыжая крыша. Туда. Вот, вот правее, за забором. О, вот, отключился. Меня попали. Вправо на горе была стрельба. Да нет, это. Вон, я вижу, чувак направо бежит. Да, 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 стреляй, меня попали. Бля, уже близко. Вот они на гору забежали на 210. Я уже вижу. Вижу его. Деревья на 210. Они за зоной. Mm-hmm. И он прямо у зоны. Ну, о, блядь, меня попали. Откуда? Оттуда же, эти чуваки. Я не дерево видел, на я СВ. Тупо не видел, откуда он меня стрелял. Дал ему в ебло один раз. Дерево на СВ. Понял. Я хилюсь. Да я тоже. Это мне не нравится, блядь, сейчас. Там сзади. Большое дерево на СВ, там два дерева рядом. Он убежал. Убежал направо. Убежал на 240. Да я понял, тут двое, короче, где-то тут еще здесь. Пустаюсь. Давай. Я чё, без шлема? А, ну их со шлема. Бля, мне так залили броник. Туловище с корока, блядь, с корока даже просто давайте это заляжем, да и посидим просто. Ну мы в зоне, но чувак нас сейчас будет обходить где-то с 255. Можем пойти к его, к нему туда, понял? На тот склон. Ну мы прям. Мы вот прям туда вниз, вниз, понял? Нам шип... Давай к нему. Никто не подошел. Не хочешь? Вот туда вот, правее, понял? Блядь. Так мы на краю зоны. Я понял, обойдем 18. Вот там вот. Обойди, я буду тут. Ну блядь, это плохо, что мы разделились. Не-не, это хорошо, у нас разные углы обстрела. Если на меня рашен, то я буду в никуда стрелять. А ты этот сам. Далеко а он. А ты ушел? Просто убьешь чувака. Я не знаю, он ушел на 240, побежал. Такое чувство, что в круг. Мог прибежать в круг и лечь, понимаешь, и все как-то. Да. Охуеть. Волосы, блядь. Тут УАЗик наш.
Его не вижу. Я его не вижу. Твоя вообще никого не... 12 человек. Бля, такая зона уже охуеть маленькая. Ебать. Назад надо идти. Вижу, походу. Да. Вдалеке на 300 ровно НВ, там 300 дерева. И он там, чё, короче. Ну, я... Ну, это я видел его. Я видел, как он начал по мне стрелять. Угу. У меня бусты закончились. Могу выдать. Там еще слевее. Блядь. Около меня стреляют по мне с горы на 30 на НЕ. Бля, ну мы вообще в хуевом сейчас положении. Да, я сейчас, блядь, под сквозным прострелом с двух сторон. Бля. С 300 стреляют и справа стреляют. Меточку поставлю откуда. Вот отсюда. О, блядь. Я не увидел откуда. Вырубил нахуй. А мне пизда. Ну я в сейве. Но... Да. Я скину под себя все. Аптечку. Не надо, я ресну. Бегом, сука, ресай. Ну, что оно не реснуло? Блять, что за прикол? Отменилось, походу. Не, братан, сори, я лоханулся из-за этого. Ну ладно. Да похуй, забей. Я, видимо, как-то в последний момент отошел, или оно не прокнуло, mm-hmm. а я это не заметил. Ну, короче, какая-то такая хуйня. Даже вообще не увидел, откуда меня типа был. Обидно. Вот, да, 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 да. Ай, хорош. Еще есть. Левее, левее, левее за деревом. Вон, левая, левая, левая. Да, 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 да. Вот это ниже дерева. Понял. Вон, левее. Братан. Ну, не высовывайся под него. Вон, за этим деревом, да. Видел. Третьим шлемом. Хорош, блядь, ты жесткий. Справа. Теперь справа смотри. Да. Пошел у нас по бустам, молодой человек. Спасибо. Бустаюсь. Давай. Мне кажется, вот это дерево снизу за кустиком, понял? Вот там вот вроде может быть, чувак. Может, не обещаю. По-моему... Нету. Значит, справа, чувак. Да мне сейчас вообще... Твои гранатами бы тебе надо сейчас. Они под ружье дерево подходят, вроде бы. У меня одна. Вот там. Да, вот они начинают. Не-не, мне кажется, они слева все-таки, снизу. Давай сам. Может, пляж? Да. А, да, сука. Да, 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 надо, да, было, да, не полностью вылезти, а надо было этот самый. А ты не знал, что только там еще его друг? Я не видел второго. Бля, я тебе не сказал, но я увидел его. Я думаю, второй же где-то рядом должен быть. Ну это я зря всем корпусом вышел. Вот то, о чем я тебе говорил, очень большая ошибка всем корпусом вывалиться. Угу. Я сейчас на стриме чек. Да там за... Прям за этим чуваком был чел. Я думал, ты увидел, да сейчас типа высунешься еще и добьешь. Сейчас, секунду. Я вот не увидел, как они ко мне подходили. Я вот еще лутаться начал. Ага, вот увидел. Второго я увидел, только уже помер. Ну ладно, мы дошли до второго места. Перекурим. Ну давай. Отойду.
Братан. Пойду. Блять.
Алло, Ленчик? Отойду еще.
Дела. Тут, братан. Давай.
Вы тут? Алло. Алло. Алло.
Жукунця, у тебе стріляють? Дров. Льоні, у тебе стріляють? Стріляють, у Льоні. Ти не повіриш, братан. Чувак не допрыгнул до М-ки. Полметра. Мне тебя ждать, нет? Твоя шкалька видно. Это не одно без меня. Порт прыгнул, у меня все очень хорошо началось. Понял. Или нет, погоди-ка. Я уже катанул, ну если что выйду. Стрелок сильный. Все босиком ставят. Что там, Ленчик? Чую. Боже, блядь, дайте волыну. Да хоть какую-то дайте, алло. С долбуни, с которой А? Машинка на арсенальную 5. Так, с долбуневская 7А. На углу тут внутрь заезжать надо. Угу.
Что, вы уже катаете? А у меня вопрос, вы в бета-версии играете? Или какие там? На тесте? Нет. Я в обычной. С кем ты разговариваешь? С Игорьком. Ты Игорька замутил? Вчера. Ты жесткий. А? Бля, я заебал этот. 94. Здоров, Троцкий. Здоров. Потыкаешь? А я спрашиваю, в кого вона стріляє, в кого вона стріляє, так кажуть, в людей стріляє. На чому ти, братан? Ігорюк спрашивав, у кого стрільба йде. А мою стрільбу слышно, да? Було, да, пару раз. Надо купать себе конденсаторный микрофон. Еще одну звуковую. Да-да-да. Обязательно, без этого никак. Фантомное питание микрофона, штатив для него. Я же говорю, обязательно. Типа да. А можно мне X8? Сука, был, по-моему, дробовик наверх. Да, потом я угадал. А вы с Троцким в дуо? Нет, я один. А вот X4. Причем X4 на снайперке смотрится реально неплохо. Да? Да, в отличие от того же X4 на этом. На МК, да. Видимо, у снайперки все-таки патрон летит быстрее. Угу. По-любому. Особенно у этого Ускара, блядь. Ой, у этого, господи. Не, ну я про кара сейчас говорю. Да, вот про коряка там вообще. На какое время ты... На какое время? Действительно. Чувак от меня понял, просто убежал нахуй. Неплохо. Я по нему пострелял. Не попал вообще. Ну или там разок попал, что-то такое. Я просто взял его. Нахуй не звонит. Да откуда, ебать? Второй этаж, что ли? Что за пиздец? Тебя убили? Да. Я так и не понял, откуда. Давай вместе затанем. Охуеть. Вроде как пиздец какой-то. Ладно. Аж 3 штуки приставь. Хочешь посмотреть, как меня ебнули только что? Когда 9 купи, и в итоге свою одну еле нашкрип. Просто какой-то, какая-то дичь. Боя жестко вжарил. Блять. У меня есть подозрение, что можно даже 4 граната выкинуть. Прошлый раз их подряд не просрать. Да? Да. Кинул? Сейчас. Не понял. А что такое? О, ебать. Ну на, окей. Прям на тебя. Только странно, у меня почему-то тут... Не понял, блять. Нас кто приходит, кто взял запрос. Он гонит какие-то дни. И все? Что это за говно? У меня потеря, что ли, была? Нет. У меня почему-то не отображается ссылка на видео, сука. Реланд, нет. 5-10.
Ты возьми автоматическое включение этого режима, выключи. У нас, кстати, дворе уже вообще не закрывается. Я прошел. А сколько времени? Ну вот в самом конце там сейчас должна быть она. Что там? Это моя трансляция, не могу понять, что произошло. А кто мне накинул? Сейчас лев... Бред, я ливнул. Мне кто-то накинул. Я тебе накинул, алё. Блин, накидывай. И я тебе накинул. У меня нет. Алло. Алло. Как заказывал? Это Игорёк. Поехали, ёпта. Ты, может, вырубил ОБС, брат? Да я не вырубал, в том-то и проблема. Там перехлёстки с станеты. Возле Райфайзенбанка. Че, блять, а это что еще? Райфайзенбанк, тут вообще на арсенале. Ты, Игорёк, такой фон пиздец. Поворачивать арсенал номера 5733 АА 5733 Ренальд Логан здесь серый Ренальд, понял. Ой, я знаю. Ренальд. Ренальд Логан. Ну вот я смотрю, наша трансляция, братан. Ты мне скинул ссылочку на. А вот он, блядь. Я сейчас притормозил, понял? Сейчас я попробую тебе именно скинуть эту ссылку на конкретно мою уже эту готовую. Я сейчас переключил. Секунд, ну, короче, оцифрую две тики, ну посмотришь. Ладно, скажи. Чё мне чёрный экран после трансляции? Ты правильно сделал? У меня игра не запустилась, так понимаю, любит. Что там, куда? Дома? Не дома? Самолёте, но у меня все. Самолёте. Выходим в лобби. У меня ошибку какую-то выдало. Куда прыгаем? В лобби выходи, Игорь. Выходим. В личный кабинет прыгаем. А, блядь. Через этот самый. Зашел ли? Да, через NVIDIA Experience. Там тоже можно пускать трансляцию. Да, но говорят, не очень. Там типа через ОБС поинтереснее. Я думаю, ливается со своей работы. Че? Ливается со своей работы, думаю. И куда? Скучно, пиздец. Ну, не знаю, сам на себе или на другу фирму. Ну, дивись, я, например, подписал сейчас сделку. Ага. Комиссия 50%, там 72 тысячи. Ага. Из них я получаю только 20%. Сколько? 20%. А чё так мало? Будто что все остальное забрала фирма. А разве не пополам? Нет, ця фирма самая большая жре у этих работников. Да, я думал там типа пополам. Не. У других усих агентствах там 50 проблема? На 50. Игорёк, бери ливай, да работай сам на себя, получай полную зарплату. Да, хотелось бы получить эти 72 штуки чисто в одной. У тебя есть полностью база, по которой работать. Просто работай сам на себя и все. Так же, как сейчас. Только не отдавай фирме там, блядь, бабло. Очень сильно сомневаюсь, что у Троцкого есть база. Ну, типа, он знает, как работать сейчас. Я к этому веду, что база именно по знанию. Ну, не база, а, можно сказать, опыт. Ну, опыт. Базы-то нету. База у них онлайн на сайте. А. Что, в Липовку или в Мэншн? Кому больше нравится? Не, то не чё? Другое. Или мне на дома? Вообще, на дома лучше. Они без разницы. Мне вот эта часть карты правая вообще не нравится, блядь. Чего? Какая-то параша. Вот не знаю, что это. Ясно. Так-то хорошо. Мовы.
Интересно, записалось тот момент, там, где меня чувак ёбнул? Не, ничего там не записалось. То есть оно оборвалось вот там, где мы возле УАЗика сидим, да, получается? А, 4 тела справа. Жека, мастер записи, ничего не скажешь. Нет, так прикол в том... Я помню, в том... как ты списал без звука. Или без видео, только со звуком. Один раз было, и то там чуть-чуть. Прикол в том, что у меня OBS просто работал, я не знаю, почему он перестал записывать. С нами никого? Ну, явно. Ай, промазал, блядь. Ты хорош. Блядь, сервис, сука. Чё я без звука? Не понял. Игорёк, ты снизу? Я. Блин. Я же упал. Пиздец. Даже нет, ты заебал. Я слышу. Такой топот, бля, просто охуел. Надо нервничать. Ты, Игорёк, дробовик. Я дробовик. Игорёк, дробовик. А где пила? М416. Ну, внизу, с патроном. Вообще огонь. Дать кому? Я не против. На мини. Оставь себе. Убей это МГ кого-то, Троцкий. Тебе задание убить одного человека. Аж квестик. Ты отдам это Томпсона, пулемет. На, Игорёк. Зачем? Знаешь, было бы прикольно. 400... Давай 416? Ну я думал, да. А. Держи и патроны держи. А тебе патроны давать? Не, блядь, давай оставь себе. Автомат только поставь. Автомат поставить? Ну, хочешь автомат, хочешь нет. Я в центральные дома подошел. Мы возле зоны, очень рядом. Ну, возле нас ты приземлялся. Ты видел? Ну, то есть, что в сторону школы. А тут дом про Лень, ты на нем был? Тут пролутанный дом. Дайте какой-то прицел. Жень, тебе лопата нужна. Знаем? Не, не надо. Ой-ой-ой. Ложка. Вот она и есть. 416. А, ну есть. Еще одна 416, да, пацаны. Меточка. Поставь меточку. Угу. Патроны не взял. Брать патроны, Леня, то есть? Да, есть. Да, я возьму, потому что у меня 60. Помимо обоймы.
Ложкой на крыше я возьму. Потом отдам тебе. У меня есть. Понял. Я в красном. А где? На втором этаже. Или на первом. На втором, по-моему. Слева. Понял, с лестницы налево. Заебала эта красная зона, блядь, рядом быть. С нами. Еще одна ложка. Жесть. Ты знала, что ложка не уменьшает тачу? А что она делает? Хуйню. Дела. Она стабилизирует просто или что? Ну, что-то она делает, но тачу не уменьшает. Ускоряет восстановление после отдачи, уменьшает раскачивание орудия. Вот что она делает. Что нам по зоне? А мы близко. Могу X4 сдарить, по-моему. Я не против. Сторону. Я понимаю. Ну да, ладно, надо идти. И туда вроде люди подали пойти. А что, ждать их не будем? Да нет, зачем? Сковородка есть? У всех? Есть. Иди прицел давно. Кто? Я. Кого? Ой, Троцкий, я тебя зацепил, что ли? Не, да нет, я уже был. А, были утоляющие. Вот. Ну, подо мной, братан. Я вас не различаю, блин. Там ники написаны. Хотел Троцкого высадить. А-а-а. Бать, ты меня высадил. Я стрелял в ответку. Я ж бачу, что ты сзади подбегал. Лишь Троцкого не пугает. Да, он вообще бесстрашный. Выстрелы под ногами. И не вызывают никаких эмоций. Я вообще, яка разница, даже если ты стрелят, а меня не поймут, куда стреляют. Под дождем лучше продвигать. Вот эти дома займем? Давай. Коля, моторчика нету ни у кого? Не. Для мотор? Есть, но не. Для мотор ты что? Не бывает, что мы против четверки играем. Угу. Это точка. Лазер, Троцкий. А. Мотор это лазер. Голографический прицел. Есть. Первый дом пуст. Не пролутаны? Пустые. О, заебись. А есть у кого-то обвес на М какой-то? Ложка еще одна. Серьезно? Пульки на 16. Да, эмочку. 30.
30 штук. Подо мной. Бля, две ложки. Есть в магазин, Жень? Надо? Да, у меня тоже есть магазин. Тебе не надо, да? Угу. Мне надо окончание на МК. Не, нет, у меня тоже нету. Типа глушите? Да. Типа глушите. Пойдем, бы мне так не нравится вот это в доме сидеть. Да-да, это западня. Посмотрим, куда зона сойдется. Ну, не очень далеко. Можем вот сюда пробиться. Давай. Какая интересная вышечка. Тут за нами не идет. Так, не знаю. Понял, в коряк, в третий броник, в пузо. Едет снимает то, меньше, слева. Чем половину. Где-то далеко. Показалось. Меньше, чем половину? Угу. Обалдеть. Да. Броник охуенный, что сказать. Мне кажется, дело не в бронике. Именно в коряке. Голову-то он шотает. Чувак на Е, стоит около дороги. Смотрит не на вас, смотрит на дома. Давай постреляем. Могу стрелять. Давай. Я его напугаю. Он побежал вниз на 75. Спускается вниз, около камня сейчас. Камень чуть-чуть левее от Е. Я очень... Он, мне его плохо видно, очень плохо Давай видно. Давай ближе подойдем. Там тачка стоит около сарайчика. Меточку сейчас поставлю. Вот где-то там чувак на метке. Стрелять? О, блядь! Где ниже, сука? Пешки по мне за стреляю. За камнем. А, ебать, прям перед нами. Охуеть, передо мной камень. Я не увидел. Да, я знаю. По мне тоже стреляют. Прям рядом. Ну, Игорёк. Ой, ебать, вот далеко. Короче, я лежу. На. Я не увидел этого типа, конечно. Ебал ему, но я да сам побитый очень. Слева есть чувак, конечно, аккуратно. Да, я знаю, но он меня не видит. Вон, Игорёк, ты же видел. Правее, справа, Игорёк. Сзади тебя. В смысле сзади надо? Прямо. Там Лёня. Так вот там чувак еще левее. Он да нет, Игорёк, налево. Назад сейчас. Да, именно там он был. А ТБУ вышли тут, чувак. Я знаю, так там еще было. Чего выебал от этого дерева? Это он, наверное, там был в здании. Вы убили кого-то? Нет. У меня патронов нихуя нет. У тебя спушка какая-то ваша. У меня? Да. Потом посмотришь. Не, он левее пошел, он вниз спустился. Ну вот, короче, вот там, где мой трупак. Вот, да, типа, вон от дерева стреляют. Да, бывает там. Да что ты будешь делать,
понял, что с прицелом творит? Эрик, справа, куда ты целишься? Я в чувака стрелял. Играет человек. Справа никого не бачу, а того чувака мне видно. Хорошо. Троцкий, только ты не в танках, тебя могут обойти. Вон же, вон, да. Чувак справа, да. И вон левый. Еще слева под деревом один. Троцкий, ну ты хорош был. Я очень плох. Я прям пиздец как плох. Сука. Вони по раздельности йшли, просто здаля друг друга крили якось. Ну, на самом деле нет, ну ладно. Там они были вместе все, да. Я вообще думал, под дорогой там чувак. Так там был под дорогой тоже. Ну, как-то так. Я вышел прям на чувака, который сидел за камнем. Прям, блядь, на него. Ты видел, я лег по этому стрелять, чуваку. Да, да. Там двое в тебя стреляли. Хочешь, посмотри мою трансляцию сейчас, Лень? Ты увидишь там, какая у тебя была тема с пушкой. У тебя обойма сбоку торчала, понял? Да, бывает такое. Ну, у меня второй раз подряд игра выкритовывает. Я захожу, она выкритовывает. Дела. Высокая нагрузка на ЦП при кодировании. Уменьшите битрейт. Сирлесли? У меня же стоит этот. НВК. Типа, когда сворачиваю игру, у меня пишет... Чё коннект так долго идёт цей? Что-что? У меня игра выкритовала это. У меня коннект, який долго йде. Какой коннект? Wait for respawn. Еще раз прочитай. Wait что? Waiting for respawns. Connecting. Cancel. А, ну так... Reconnect. Кири не можу цей зайти в игру. Чё бывает? Скажите, когда нажмёшь, Троцкий, скажешь, когда нажал. Нажмёшь. Нажал. Нажал. Хорошо, я понял, понял. Ну как мы с тобой, Жека, сегодня топ-2 взяли? Да, блядь. Ты знаешь, мы бы с тобой взяли топ-1, если бы я тебя тогда поднял. Может быть. Я не знаю почему, просто почему я не смог тебя поднять. Реально время дотикало. Такое впечатление, что ты сервак лаганул. Ну или, конечно, а кстати, я же могу посмотреть. Угу. А я могу посмотреть. Но у меня было прям последняя секунда, она доходит и тут, короче, хуяк. Я стою все равно на коленях. Может быть, я... Лёня, бачив, я тебе там скидывал скрин. Я первый раз до топ-5 дошел сам. Хорошее видел, да. Нихуя себе. Ну, ты сейчас уже лучше стрелял, чем обычно. Ты не прыгал. Ну, и с прицела нормального. Да, и в прицеле не стрелял. Не с третьего прицела стрелял, да. Поехали сюда? Да, 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 поехали воевать. Не, лучше, лучше. Ну, просто тебе сейчас надо внимательность. Тебе надо замечать чуваков. Вот я сейчас от тебя смотрел. Я до сих там... пор не понимаю механики, как правильно точка справа, точка слева, куда. Какая точка? Стрелять. Точка. В некоторых прицелах, когда X4 стоит, я не понимаю. Надо точка сверху, посередине, хрен не поймешь, блин. Ну, в центр на всегда стреляй. Как стрелять. Я сейчас тебя не чую. Нажми Ctrl-M, Игорек. Ctrl что? M. M. Миша. О. Понял?
И также выключаешь, ну и включаешь. Сейчас уже можно обратно нажать. Да, кстати. Сейчас уже... На никого. Право на город, склад. Ну, да, вроде никого. Прилут. Относительно, на городке. У нас пока прилут. Что там есть у тебя, Ленчик, что-то? Я последний. Ямочка. У меня тоже. Как никогда, у меня тут шлем в третьем. Вектор. Ужас. Ненавижу вектор. Блять, у меня подлага и какие-то посмыкывания, блядь. Посмыкывания. Оп. Зона у нас, мы в зоне. Уазик вижу. Если надо будет. Где весь лут? Второй броник на мне. Меточку могу поставить. На ящиках поставил. Подписал. Второй шлем на мне, если надо. Ага. Ну я себе. Привет, Максимка. Алло. Бля, это Павлик, я не угадал. Мальчики, девочки и трансгендеры. Сейчас я ребутну компы с вами. Давай, работай, работай. Или вы кушать будете второй там? Второй работай. Кого мы будем кушать? Угу. Вот так стрелочки высыпать. А в городе война. Парёк. Жёстко. Приму прицел. Ну, если ты мне коллиматор выдашь, я тебе дам их 4. Могу отдать X4. Здесь второй шлем. Надо? Да, поставь меточку, у меня вообще нет шлема. А, я нашел второй, спасибо. Просто да. Да, вышки пустые, на них всегда такой элитный лут. По-любому отдам X4, братан, у меня их 2 уже. Я нашел X8. Понятно. Жорстко, что я могу сказать? Сковородка на мне. Видишь? Наверное, да. По щечек. О, отлично. Если будет, еще возьму.
Ебать. Я тоже X8 нашел. СКС никому не надо? Кто? СКС. О, бля, надо подумать. Нет, наверное, не надо. Ну и с собой мы на МКУ вдруг кому надо. Мне. Я был бы не против. Аскар. Не, Аскар не надо. Флешки, флешки, флешки. Машина у нас тут стоит, кстати, дача. Угу. Два нужен кому? А. М16. Патрончики есть? Патроны надо? Да. Ну, у меня трошки есть. А там, где М16 ты нашел? Лежали патроны? Нет, у меня же второй М16. Где ты М16 нашел, Варёк? Спрашивали, лежали там патроны? Меня. Нет. Не было? Ты забрал? Нет. Не было их. Вообще? Алло, я. Угу. Привет, Павлик. Чё, поехали? Выдашь мне патрончиков? А, да. Ну, выдам тебе трохи. Выдай, пожалуйста, а то... Нашёл я вот тот видосик, который говорил. С чем? Ну, именно... Видосик, ну понял, что стеклица, которая меня подпрыгнула. Ну теплица, а это, да, теплица. Я прокручу. Это не слышу. Еще одна. Через Ctrl? Да. Угу, спасибо. Погнали. Видосик с тигрицей, с лица, которая типа заинтригована, потом да. Нет, ну четко, вообще четко поймали. Обнова, да, какая-то опять вышла. Не знаю, мне ничего не вышло. Ну, меня качало 3%, 61%. Не знаю, у меня никогда ничего ни разу не качало. У меня по КД какие-то обновы выходят, блядь. Обойму жизнь скину. Ля, Лёнь, ну ты вовремя. Я отбежал, и тебя уже на 10 метров тут ты скидываешь, как обычно. В доме можно скинуть. Коряк. Второй шлем. Коряк есть? Да. Ой, отлично, я бы взял. В желтом доме. Блять. Вообще. Вышел глянуть, что за квест. Дронов дам потом. Угу. Раз, два. Что это было? Да Игорёк бегает сверху. Не, я сверху не бегаю, я внизу. В желтом доме бегу за квест. Пять. Вы слышали эти удары? Пол. Меня вырубает, бля. Как тебе в дом? Давай. Дай мне одну обойму. Патроны? Ну, патроны, да. А обойму? Поехали? Да.
Петарда между собой. С2 нужен кому? Нет. Поехали. Да, давай. Почему так стартует медленно? Поздно. Такое чувство, будто, блядь, без колес вначале. Ставь меточку. Это плохая местность, да, честно говоря. Мне не нравится. Тут можно пешком идти, мы почти в центре. Справа дома есть, может их посмотрим, пойдем. Закрыт. Едет тачка, тачка на мне, тачка. Ага. Блядь, не бачу я тут на компьютере. Попал. Вырубил одного. Так, надо выше брать. Да ладно. Ёбаный грыз. С домов с этих стреляют еще. Которые перед нами. Дёжь, блядь. Не вижу откуда. Да ладно. Там под УАЗиком есть пират, да? Нет, в кусте тут далеко и сдохло один. Блять, откуда по мне лупят, не могу понять. Сяду на тачку, поеду лутну того. Аккуратно, Манчак, на горе, вот там за этими домами, понял? Там чуваки есть. Да, я понял, понял. Я тачку припаркую. Смотри аккуратно. Надо так было по УАЗику стрелять. Да я вроде стрелял.
Я поводил. Не, они когда остановились, я так понимаю, что мы водилу вырубили. Я убегаю. Ну или как? Или водила вышел, что ли? Один, може, в параші там випригнув, засів. На парашу надо дивитися. Він же ж перед парашою остановився. Там а на мене, блядь, да ладно, сука. Ёбать. С. Пацаны, я почти мимо. Я не вижу, откуда меня выпят и всё. Всё треснет. Странного ящика, блядь. Да? Можешь подсказать, он где-то в кустике лёг, блядь. Бля, вырубили, пиздец. Игорёк, подыми, пожалуйста, я тут сейвю. Сука, хули. Есть хилки ещё, кстати, у меня хилок нету, блядь. Ты точно в сейве? Да, от этих, кто в меня стрелял, да. Пиздец. Хилочки есть какие-то, Игорёк? Бинты, энергетик. Ну хоть что-то, да. Бинтов, да, если можешь. Угу, спасибо. Так, я в парашу сяду, а похилюсь. Ебать, тут еще и рядом эти. Он тебя нашел лучше? Пиздец, да ладно! Да. Этот чел меня до сих пор контролит, прикиньте. Как да, это да. Возможно, нахуй? Стреливает, это тебе. Ось бачу, возле нас. Бежит, ось два тела. Ебать, он стреляет, просто нахуй снайпер. Можешь поднять, Женя, в сейф? Да, могу. Троцкий убил чувака. Лежи. Ебать, он жесткий. Игорь, добивай, если можешь. Второй возле него. Ну так давай. Женник, 4 надо? Нет, у меня есть. Аптечки? Надо. Аптечек нету. Прям встаю. Блять, да ляж ты, сука. Скинул. Угу. Хилки надо, бусты? Ну да, да. Там. Угу. Напротив меня. Да. Ах, блять, меня за СКС оцей подбил. Да. Спрячься. Вон, чувак, спрячься. Снизу, по полю. Прям перед нами. Напротив нас. Прямо перед игроком уже. На 150 за деревом вот этим, понял? Якого я не добил. Я не вижу. За игроком прям. Игорек. Внизу. Вот. И внизу там в кустах следующий напротив. То есть сдох. Ось тут там его. За камеру. Вырубил. Так а в поле? Кто в поле? Ось в кустах напротив. Напротив. Вырубил его это. По мне валят где-то сдалека. Ага, по мне тоже. Дерево передо мной. Пустаюсь до упора, блядь. Это команда, у них типа пошло два разведчика в бой, да, или да, что? Да, именно так. У меня шлем в дребезги залит. Да у меня броника нету. Цей лежит, пока до него никто не бежит. Сука, откуда тот меня стрелял, не пойму, блядь. Да такое чувство, что он с той горы стреляет. Тот, который лежит угу. Около этого умер. Я к Игорьку под камень подойду. Добить этих пидоров. Блять, телефон взорвался вовремя. А где второй? А второй умер. Лень, я их не лутал. У меня, кстати, патронов нету, ебать, на М-ку. Она есть. Блин. У меня на мне. Я с Игорька возьму. Ну там давай, я так понял, чувак отвлекся. Там да, давно. Тот, который наваливал. Стоп. Воротку забери. Бинтики беру, хилочки беру. Гранаты. Пустов возьми у меня. Да, по мне. Я вижу, убегаю. Вижу. Хорош. Развлекаю. Давай. Расскажи где. Дерево на СВ убегает, пидор. На горе? Да, на горе дерево на СВ. На гору поднимается сейчас по пустому месту. Дал прям рядом с ним. Все, он уебает нахуй. Зона идет. Бери тут две хилки еще. Кстати говоря.
патроны взял. Кстати говоря, Ленчик. Блядь, серьезно? А чё, нету броников ни в одного? Ну, мы же у мамы побыли. Залитый есть, всё нашёл. Тут с нами чуваки были с этой стороны, Лёнь. Зона, братан. Зона. Пошли. Садимся в тачку, едем. Давай. Бля, я так бесполезно сейчас отыграл, пиздец. Боже, этот чувак там на горе воюет. Да он просто охуевший, блядь. Ну, нет, не в зоне, просто. Нет, чувак, не в зоне, зона даже не у него, даже, блядь, не рядом с ним. Где он был? Где даже? Вот там вот на горе. Ой, камень. Да, я увидел. Песка карты посмотрел. Чего не скажешь? Нормально. Охуенно. Все, похуй. Ну, я хуй знаю, куда тут. Да, где-то там. Где? Ну, блядь, там такая позиция хуевая, слева стрельба. С домов. На гору сюда? Да. Вот на эту гору. Да. Хотя можно правее его туда, вот к этим камням, понял? Вот там, где нас встретили, помнишь один раз? Вот да. И тут и справа, и слева. Я труп. Бля, по мне тоже попали. Дрон. Сижу. Машина едет. Я не живу, давай вот тут. Только не выходи. Только, блядь, не выходи. Нормально, нахуй. Все. Перед нами в камнях люди. Перед нами бегали на НЕ в камнях. Так что делаем? Надо наверх еще забраться. Туда. Я не смотрю. Я вот сюда вот зашел, спрятался от них. Может мне показалось. Где спрятался от них, короче, держу. Факт. Не факт, что они там есть. Так, ну, мы типа можем вроде подняться тут, не? Да, тут да, можно. Да, вроде. Только мне надо сейчас правильно зайти еще. Чувак. Ну я не могу. Нахуй. Один вырубил. Одного вырубил, второй на 60 за камнем. Как мне сюда подняться, сука? Как мне запрыгнуть к тебе? Я поднялся. Ай, да блядь. У меня один патрон остался. Ну там есть люди, это походу тех, что по нам болели. Так. Чекаем слева, слева в лесу тоже есть. Были вроде. Хорошо. Заправки тут. Блять, как зона ты, не у нас, как мы без тачки. Вам пора по воде плыть, зона. Нет, по воде самое хуёвое место плыть. Ну блин, пиздяк небудь, вам надо продвигаться. Надо продвигаться. У меня опять шлем в говно залит, блять. Мне этот чувак на ходу попал, блять, в жбан. Зона, мы сейчас вона летит. Да, мы идем нам близко тут. Мне так было неудобно. Ты понял, они нас догоняли, я таки одному, блядь, еблет поломал. Патроны надо? Да, на М-ку. Хорошо. Речи. Да мы возле зоны, Игорёк, успеваем. Ну, сколько раз у нас уже было такое пешки мы, блядь. Долго не дома был. Да, кстати, надо чекать. Ты против таких лохов попался? Это просто пиздец. Это аж смешно. Кто он это вздрючивает? Перед нами, чувак. Бить его. Ищи одному. Да. Блядь, ищи домов. Да. Я спрячусь. То, что у домов вырубил, братан. Зона. Домов труп. Я понял. Они нас встретят. Прикунь, есть хилки, сейчас придется. Да, есть хилки, есть, все нормально. Блин, я в дом тут спрятался. Ты в дом. Еще одного вырубил. Хорош. Последний дед. Вырубил. Ой, убил точнее. Все трупы. По мне кто-то еще убивает. Все трупы, братан, все трупы. Еще кто-то по мне стреляет, короче. Я понял, на мне все трупы, братан. Я понял, услышал. У меня нету бустов. У меня есть 4 штуки. Бери аккуратно только. А, нихуя нету, глушак есть. Спасибо. Приятно. Третий рюкзак, патроны. Нахвачу, лишними не будут. Боже, как я их фланганул, братан. Просто по-царски. У них нету хилок. У этих пидоров нету хилок. У меня есть, иди ко мне. Блять. Ебаные шики. Ты лутанул того под домом? Нет. Бля, я боюсь. Тебе кто-то стреляет? Да. Далеко от зоны, вам надо якось переходить. Вам потом далеко бігти. Так, бегу к тебе. Да, я побежал по чуть-чуть. С горы стреляли, понял? Или с домов, или с горы, не знаю откуда точно. Угу.
Ну позиция у нас тут, честно, не ахти. Вижу чувака. Он слева побег в, дом, в деревьях. На N. Вижу Троцкий, но я по нему не попаду, я не хочу палиться. Слева, батюш, вот до вас уже бежит, бежит, бежит. Если бы он остановился, я бы ему въебал. Давай вдвоем мы... попробуем. За камнем, напротив камня он бежит. Он увидел нас, он увидел нас. Ну так... Нет, не увидел. Посмотрел давай, на него, ёб твою мать. Слева еще. Там еще сзади кто-то стреляет. Зря мы стрелились. Блядь. Там не блядь. Я никак. Ну это я. Сейчас спалили, сори. Я тут, кстати, в камушках. Могу выжить еще. Слушайте, а я вот в тачке чувака убил. Как мне его пролутать? Не знаю. Сундук не упал, понял? Угу. О, все, увидел, зона идет, выпал. Блядь. Сундук... Сука, нам надо сейчас будет... Сразу не да, 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 я понял, бежим. Я понял. Давай, беги, беги, я хилюсь. Блять, баные камни, сука. Как мы этих пацанов по красаве рассмотали, а скажи. Я хуёво прям, просто вообще. Пиздец. Я думал, мы с тобой этот будем убивать этого чувака, слышишь? Которого? Да вообще, как медицина. Пизда мне. А не стой! Бать меня. Чувак. Ах, ебать. Ах, Жикуня сдох. Да-да-да, ну забей, Лёнь, без меня. Ты можешь доползать? Не-не-не-не-не, я тут не выживу. А в тебе медицина не может быть? Нету. У меня есть хилки есть, но это, блядь, что-то я не отдал тебе, Ленчик, зря. Вот тут чувак передо мной на горе один. Пиздец. А вот он слева отдельно. Вон, 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 идет, да-да-да-да. Хорош, ебать ты жесткий. До дому. Просто, блядь, до дому, сука. А это карта, да, за спиной выходит, никого нет. Никого, да. Только спереди, братан. Так карта реально жестко вырубаем? Ну да, ты как видишь. Голову шотает. Только третий шлем сейвы. Угу. Слева, слева от тебя вроде, нет? Я тут ебать, ну, на баге по полю езжу. И уже двоих убил таким образом. Пиздец. Глушу, возле зоны, да. Я, чуваки там стреляются в поле от домов. Еще последние два склада пристреливаются. Да. Нет, не видно. Еще надо. Семь живых. Ты бы вышел вот тут на камушке, встал и пострелял. Так он возле зоны, алло. Не-не-не, правее, Лёнь, правее, тут никого. Зона вон пошла. Там, да, за этими камнями где-то тут. Слева он за деревом, напротив. Добей, чё ты? Не хочешь? Или ты не... А, все, понял. Пиздец. Ну тут сидит. Гранатами только, закидываю, кстати, если есть. Прям туда к ним. Эх, слабо. Тебя, кстати, Лёнь, не до тебя идти мыть. Да, ты зря сейчас, наверное, все откинул. Они за камнем стоят. Встречать тут надо, никуда идти не надо. Вон, слева, 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 слева от камня. Ты понял. Гранат нету больше, да? Бежит один. Один бежит. Ай-яй-яй, лечись, лечись, братан. Шлема нет. На скорострелку-то переключаешь. Граната. Ой. Живешь? Иди тут. Прибігла до тебе, це последний склад. Бери емечку, да. Вот он, да. Правее. Справа. Да. Ну я убил того, что прыгнул. Второй раз второе место. Но я мог бы этих чуваков и в конце плохо пострелял. Если бы я одного вырубил из них. Ты гранаты зря выкидал сразу. Да нет, дело не в гранатах. Дело в том, что они меня гранатой вытолкнули, хуй знает куда. Угу. Вот это очень сильно Паша, порешало. Паша, ты с нами?
Да, ну сейчас я докатаю, пацаны. Но мы тебя ждать не будем. Да. У меня тут просто катка на победу вообще, пиздец. Ну мы поехали. Меня кикнуло с игры, сейчас, секундочку. Бля, если бы я выстрелил, сука, если бы я попал ему в голову в конце одному. Вот. Может и получилось бы затащить. А так я наловил, начал лечиться. Они меня гранатами закидали. Я наловил. Ты понял, я же по нахуй. Купил. Я зря вот это стрельнул действительно тогда. Ты остановился перед этим. Я хотел там лечь, Игорёк. Там была выемка в камнях. Я хотел там лечь, спрятаться. Нет, ты вот в самый последний момент, ты какой-то хрена стопорнулся. Ты меня слушаешь, что я тебе говорю? Там выемка в камнях была, я хотел лечь. Оно не ложилось. Из-за слушай, этого... а я в конце вырубил этого чувака, который на меня прыгал, да? Бля, знаешь, что я мог сделать? Я мог кар в конце, когда они стрелялись, вот эти двое. Я мог взять кар, точнее, да. Кар поменять на М-ку и просто пострелять им по головам с М-ки. Слушака. Да, да. Легко, причем. Ну, кстати, ты, как только ты подошел до камней, ты мог уже сразу кого-то пульнуть, только ты что-то не знал. Это знаешь, что за два чувака? Это те два чувака, одного из которых я вырубил, когда мы упали в камни. Да? Понял? Эти два чувака по нам стреляли, пока мы ехали, и я потом же вырубил одного из них, и из-за этого он был, скорее всего, без шлема. Потому что они шли впереди нас. Вот. Ну, хуй знает. Я думаю, что это были они. Блин, это похоже. Ну вот в конце очень решает концентрация. Вот то, что я не попал чуваку в голову, это порешало все. Если бы я ему попал в голову, его друг начал бы его ресать туда-сюда, я бы уже их гранатами закидывал. Ну. Тона была у меня, так что вообще было все прекрасно. Ну, ситуация была на победу, но я спалил. Да, да, может, действительно зря гранатами спалился. Они здесь сразу четко знали, где я. Вот это тоже было ошибочкой. Все, я выхожу, блядь. Пидор-читер, нахуй. Просто пидор-читер, блядь. Патики дайте. Чувак, мы поехали. Пиздец, отошел. Мы тебе говорили. Парашют нет, раньше нет. Открыл. Школу много есть. На школу один взвод только. Два. А, нет, два, да. Ошибочка. Ой, ебать. Ой, я попал сюда. Да, это жестко было. Так, я бегу в другой раз. На меня никто не упал, да? Ну, вроде никого. Сразу в следующий там. Да нет, лутай тут. Лутай тут? Окей. Я в соседнюю эту на этажку пойду. Я пойду сразу центральный к этому лутну. И красный, а мы потом не же. Мы не блядь. Пиздец. Слушаем, как в школе стреляют. Жень, ну как же мы тащили? Да я не тащил нихуя в том-то и дело, ты тащишь. Я очень хуёво поехал. Чуваков на тачке одного убили. Тех двоих, которые в Троцкого. Троцкий убил чувака. Угу. Да. Причем. Ну не убил, он его, убил... он его дропнул только. Важно. Но причем он его убил.
тогда, когда я лежал без сознания. И очень надо было что-то сделать. Да, это реально. И Троцкий в этот момент вырубает чувака, и ты меня успеваешь резать, представляешь? Просто фантастика. Согласен. С калаша. Тут, блядь, вообще огонь. Нас процел. Нет, это какая разница? Все равно убил, это самое важное. На школе. Да, на школе таки два. АКМчик. Сомнений нет. Надо так, чтобы хорошо было вести. Что-то едет? Понимаешь, что осталось. Мне показалось. У меня калаш, надо кому-то брать. Бери. А, мне, у меня тоже есть. Мне уже не надо. Патроны только возьми. Вот еще один калаш. Это жестко. Нам, кстати, не очень далеко до зоны, но побыстрее лутаем. Ты тогда начал домах принимать в этом самом, около домов, около воды, когда мы были. Угу. Да-да. Ты как раз того вылупил, который по тот, мне стрелял. Тот, кто по тебе стрелял, да, я как раз его с коряка в жбан шлёп и будь здоров. Не, ну тут, эти тут двое... Вообще. Эти двое ориентировались на тебя, понял, типа, ну, они думали, что, в общем, видимо, это ты сделал или как. Вот. Они замешкались, короче. А что лучше, СКС или СКС? Не-не-не, они понял, они на тебя смотрели, вот, а я их, получается, флангнул. СКС или СКАР взять? Да, СКС и СКАР — это разные пушки. Ну, а что лучше взять? СКАР. Ну, СКАР — это автомат, а СКС — это снайперка с 10 патронами. СКС и СКАР порубит. И то, и то. Неплохой выбор. Кто еще не лутал? Патронов на МК нету, кстати. У меня вообще МК нету. Центральные дома кто-то лутал? Нет, ты? Ты лутал? Я тикал пару вверху. Центральный, да, вот там Троцкий есть. Ну я воды нет, не нашел. Нет, в том доме нету Троцкий. А трехэтажный рядом с тобой, Лень, лутал, нет? А ты его пролутал? Лень. Вот в центре дом, который в самом центре, он не лутан. А вот этот трехэтажный рядом, возле твоего. Так это же он и есть, самый центральный дом. Лёнь, а трёхэтажный рядом возле лутал. Твоего. Лутал. Скажи мне, облутан, нет? Красный дом. Чувак, лутал, я стою вот в этом доме, где сейчас метка. Еще вот один рядом, трёхэтажный, рядом с твоим, лутан, нет? М16, кому-то надо? А? Игорь, я не услышал. Лёнь, лутан, нет? М16. Я не знаю, братан. Хорошо. Я его не лутал. Ну так и скажи. А то я, блядь, по 10 раз одно и то же спрашиваю. Ну, просто трехэтажные, это вот те, что в центре. Рядом с твоим, я уточнил. Чувак, ну, у меня трехэтажные, и это те, которые в центре. Ну, а это какой? Не трехэтажный? Ну, это тоже трехэтажный, но я его так не... А как М16, ты его надо помочь? Игорёк, ну, может, надо, поставь метку на себя. А что за М16? М16 я вот еще. Именно М16 и дальше я компьютер. Не 416, а 16. Патроны надо, Троцкий, очень. У меня всего 30 патронов, блядь. Ну я обойму тебе можно отсыпать. Самочками у нас напряг, да? О, есть патроны, Лень. Иди сюда, на горку. Давай. Две обоймы лежат сверху. На втором этаже у меня. Выбор.
первый тут делали. Хотя бы первый. Что-то, блядь, без него вообще. А что-то не почулось или тачка подъехала? З. Я не слышу. Мне искали моторы, кому надо. Возьми, мне надо. Есть еще патроны на 416. Нахватывай. Там 416-е? Нет, тут 16. Нахватывай, патроны очень надо, братан. У меня типа 3 обоймы по 30. Я пошел тачку искать, парни. Давай. А нашел двухместный мотоцикл. Блять, УАЗик едет с города. Бегу к тебе. А ну, пацаны, чекайте, он на меня. Блядь, он прямо около я меня. Я не смогу тебя сейчас. Чувак тут около меня. Прям возле тебя чувак? Да. Ой, ебать. Меня откуда? Дропнули. Откуда? Ну, мне пизда тут, типа, сори. Откуда? На пригорке на 285, блядь, около города. С УАЗика, что ли? УАЗик, да, да. Он, смотри, лежит под деревом. Да, да, но то труп. Левое дерево. Право, справа, ага. Ой, хорошо, ой, хорошо. Как он мансит этот молодой. Ну давай. Ходу ему пизда. Право тело. На N. Бегает. Же свою ебало, блять. Я думаю, ему пизда жать. Думаешь, его ёмнули? Ну да, ты ж слышал прям. Ну там два человека. Он на крыше, не? Не. Вот этот нет. Только он где-то стреляет. Зря ты один побежал, братан. Нихуя себе. Это, видимо, их третий или четвертый. Блин. Он лежит. Возле этого. Он уебал. Возле машины Айкоси. Около туалета смотрит на тебя прямо сейчас. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Возле меня тело. Офигеть. Жакунь, сзади тебя. Где именно? Подъехал до меня. Хороший, бать ты жесткий, Игорек. Или это не Игорек? Не Игорек. Да не я, тут два тела, тут два склада возле мене. Блять. Ебать. Вижу, блять. Еще что? Боже, два раза попал. Жень. Еще справа чувак около вас. Да? Ой, Женя, еще бразулечку. Ну, не попал. Еще бы один раз. Ну ладно. Блин. Дроцкий, чекай около автобуса, чувак. Разбитый вот автобус. Тут около тебя, да, слева. Во-во-во, вот тут, за вазиком был. Вот справа, правее, 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 правее. Да, вот там. Ага, смотри, вот трупак. Ага, вот ползает. Вот сзади, да-да-да. Хорош! Прямо, прямо. А, или нет? Кто-то его убил. Нет, нет. Его кто-то убил, или его зона убила. Это очень долго думал. Там еще чувак сзади, просто Троцкий подбегал. Ну, бывает, ну, Троцкий, типа, на реакции. Нормально. Но надо ты... быть на реакции. Пеленчик зря пошел. Я очень, ну, я типа понял, я потом увидел, что там тачка едет и уже. Надо было мне обратно вернуться по сейву в этот сейв. Паша? Самый. Около туалета стать там, где ты стоял, угу. Понял? Да, да, да. Я когда тачку увидел, надо было мне там стать. Просто кто ж знал, что этим чувакам еще там пизды вломят с этого самого, я со школы. Я чувак был без прицела, без ничего. Смотрел видосики, слышите? Есть, короче, чувак в папчик катает. У него, у чувака, в принципе, нет рук. И бать, он наваливает крепко, блядь. То есть руки не главное. В этой игре, блядь. Не, серьезно, гляньте, стример без рук, понял?
Я даже помню, коли я іграв, ще починав з Льонею ходити в перший клуб, який возле нас був. Там в КС іграв чувак теж без рук, локтями. Бать, у вас, блядь, тема для розговору, пиздец. Все танцуют локтями, все танцуют локтями. Мне надо Пашу все-таки дропать отсюда, нахуй. Нахуя что? Ну ты скинул на 11-минутный видосик ссылку. Да, чё смотришь? Не, там сразу, понял, там по времени оно даже скинул. Чувака без рук? Не. А? Это я скинул про львицу еще, понял. Я говорил, ну прикольно. Жека, а чё ты злой такой, а? Бесполезно отдался. В Липовку? Да, наверное. Ух, жесть. Чё такое? Да, народу до хера должно выпасть было. Ну, именно в Липовку... По-моему, нема нікого. Справа на завод полетіли. Ну, кстати, да, у нас, походу, ну, там один раз, может, был на этом заводе, и то, бля. Я смотрел, как Шрау туда не... прыгает, там заебись. Весело довольно-таки. Норм. Ну, у нас нема нікого. Да, у нас действительно фрилут. Это ли не прекрасно? Охуительно. И УАЗик у нас есть. Что бомб? Топовый. Прилут. Не знаю, может и сейчас фартанет, сейчас долбоебами попадемся опять. Я вот зашел в игру вот только что, ну, от третьего лица, правда. Ну пиздец, 6 фрагов, ну честно, я даже не, ну как, там, только в одном, один, ну в одном напрягся месте и пиздец. Ах, ну блядь, изи вообще бризи, просто. Просто изишно-бризишно все, блядь, было. Ой, зачем я прыгнул? Вот это просто топовый дроп, нахуй. Глушитель, блядь. Я наконец-то дропнул его, блядь. Ну ты хорош. Да. Второй шлем надо кому-то? Да, поставим метку. Да, поставим метку. Блядь, как метку поставить? Инсерт. Блять. Я просто третий взял, мне второй уже не надо. Мощь. Рожок на ППХ, может у кого-то есть? У меня. Магазин бит. В магазине, кстати, еще один увеличен. Лежит, увеличенный. Увеличенный нож. В магазине. Еще я есть. Понял. Заберу сейчас. На мне второй шлем. Поставь мне точку. На втором этаже. Ой, второй броник, не шлем. А в любом случае ставь меточку. По зеленой метке.
по-моему, рычаг. Здесь пламегаситель СРР. И кого-то интересует. Не интересует. Выдам. Вы же дворе оставляете открытыми калкулятор, чтобы можно было понять? 15-ю пробежали, да. Просто. Что-что? Кто пробежал? Дали 416-ю. Там чисто похуй на ней. Пораже. Да? А, я там не был. Я там не был. А где ж тогда все лутались? Вот в этой части посмотри на карту. Паша, красная твоя метка на этот, на броник, да? Зеленая моя метка на броник. Красная то на шлем. Понял. Шлем можете убирать. Мне не надо. А я пойду заберу. А, ты этот. Лутаешь его, да? Ну, шлем мне не надо. У меня есть. Шлем, кстати. Второй рюкзак надо кунуть? Да. И нажми на кнопочку Delete. У тебя, Игорь, второй? О, портфель, рюкзак. Ну, у тебя? Ну да. Иду. Красный. Красная метка. То, что ты говорил, ты там выдать что-то можешь. Да, да, что-то. А, это я говорю. Я там был, Паш. А, пламегаситель. Да, ну ты там этот проебал все равно. Аптечку. Бульчик. Да ладно. Гонишь. Пиздец, блядь, ну нахуй ты меня сейчас ебёшь. Тормози же. Давай. Целую, всех есть? Нету. Ни одного. Тьма. Нихуя ты. Жёстко. А кабы что-то? Мы на одну обойму. Шкар нужен кому? Я, может, вместо калаша взять. Ленчик, прицелы у тебя есть какие-то, да? На, вот скидываю. Угу, спасибо. Ебать. Жестко. Так, а где скар? Он на скар тоже могу скинуть. Паш, иди подо мной, прицел и скар. Прям подо мной. Угу. В этом хламом делать? Мы не в зоне, пацаны. Надо патроны. Да, на эмочку надо. Скинул. Я тоже могу было кинуть. У тебя есть Игорек, да? Приколы? Патроны. Не, у меня патронов нема вообще. Лень, есть ложка на 416. Патрончик и можно взять? На 7. Да, бери. Ай. Нет, отдай мне. Так подожди, а тут на калаш кто-то повыкидывал до хера всех. Я забрал на М. А, забирай. На калаш семерок. Или тебе прям, ну... Да, я там насобирал кучу. Мне зона, парни. Пошли, пора за тачкой. Ну, да, погнали. А где ты говорил тачка, Паш? Ну, тут где-то, а есть да. У кого вес на М? Кто там, Троцкий? У тебя есть вес на М? У меня ложка. А где? Я все выкинул. У меня позабирал эту штуку. Там, где ты выкидывал, Ленчик, там все скинуто было. Все. Ты пробежал, Лен. Ну, уже прям вообще по мне. Лен, ты пробежал у вас. Не. За вторым? Ну, он закрытого типа.
сейчас на шифте не уехать. Жикуня не водит? Ну так Жикуня, я же встал, он мимо меня я проехал. Я думал, Леня остановится, закрытый сядем. Давай, и давай, делку. Давай. Ох, это нам ехать. Да. Леня впереди, понимая огонь, да? Не будет огня никакого. Вот это. Да, да. Вылетел легко. Ну, тут просто такая зона, что, блядь. Забейте, хоть бы на шахте уехать от нее. Доехали до порта. Забей просто.
Ну да. Ну глохни, блядь. Бесконечный бензин. Право. Да, право. Прям тут. Ну не совсем. Ждем с ними драться, не? Или ждем? У меня патронов на М-ку нету, пацаны. Там. Я взял. Я же скидывал уже, кстати. Да, только не. Да, я забрал. Кое-что забрал. У меня тут на калаш есть патроны. Там она на калаш тоже хотела. Я бегу или нет, я не понимаю. Да. Вот сейчас бегу. Да. Ты у нас спас? Ну, в смысле, так пригнутый. Ты на плече спас. А, йота, ну чё, я думаю, блядь. Что-то не та скорость вообще, нихуя. Тут лута на парне. Да понятно. Полимотал. Как бы должно быть очевидно. Тут на горе, прям за пригорком дебош лава. Ну, стрелялись, да. Будь здоров. Будь здоров. Еба. Это пиздец рядышком. Нет, это довольно далеко. Это пиздилка, наверное, где-то на рудниках. Или вот отсюда во кто-то стреляет в рудники. Не-не, справа, справа там. Кто едет? Я не слышу. Есть у кого-то ППшка? У меня. Или мотор ага. Лежит? У меня есть. Пиздец, лошак на ППшку. На тебе ложку, братан. Угу. Ни у кого ручки нету. Именно давайте. Ручки. Нет. Ты ее лучше, братан. Я понял. Ну, на вектор ты не поставишь. Идем. Дома слева не лутанные, можем пойти. Давай. Я думаю, это вариант отличный. И вроде там еще УАЗик рядышком стоит. Вообще огонь. Вот ручка лежит, Паша. Все, патроны для вектора. Озона? Озона у нас. Ну не совсем, но да, близко. М16 патроны. Бери. Две обоймы. Кому надо? Всем. По коллиматора. Искар, кстати. Мне надо никому. Искар не надо, патроны надо. Он и взял самому надо. Хорош, да? Вот тут где-то падает. Сказать, что близко, но и недалеко. Надо бежать по берегу.
Угу. Дроп падает на 330. Да, да. Игорь один. Ну. Я не знаю, нам, типа, сейчас воевать вообще крайне хорошо. По мне, по мне. Ай, блядь, да хулишь по мне постоянно, сука. Как вы заебали. Он самый дерзкий. Ну, куда только лук-то? Опа, мини топор. С этого. Беги. Да, где-то сзади наваливает. Ну, типа, блядь. Вот и он, за деревом. Да нет, не за деревьями, там, за горы, там, где мы были. Пиздец. На, пиздуем отсюда и пиздец. Все, ожидаем на краю зоны. Я бы к маяку, наверное, пошел. Пока есть возможность пробежать это плато. Ну да. Там хоть укрытие есть. Который, блядь, с ебаного леса. Это те чуваки, которые воевали вот там, вот мы слышали. Ну, хоть на. Прицелов ни у кого нету каких-то их совок. А нам? Мансуйте в сторону. Говнари, блядь. Ага. Вижу около троги на 105. Да-да-да. Можем сейчас подстреливаться. Совок нету. Не тут. Вижу их вообще. На дороге были. Бля, маяк не открывается. Здесь городок, и он вроде лутан. Понятно. Возле нас платер есть. А лут на воде. Упал на воду. Да, кстати, это? Можно сплавать. Да не тот. Ну еще один, его вряд ли улутали. Мы базируемся? Я поехал, плаваю. Пока мы будем бегать, нам надо засесть и встречать. Ну заседай, Игорь. Игорек, нам надо выжить. Главное, что у тебя есть план. Бегу к камням. Я тоже. А, зону впереди. С того городка нас, конечно, наебашат, чувствую. Мозг, ты зовут им? Угу. Бать, Паша, ты жесткий. По тебе, Лень, да? Спереди дома. Да-да-да, садись в лодку. Я понял. Да нет, отсюда же стреляют. Спереди, блядь. Дома, нет, нихуя. Вот эти вот дома видишь спереди? Которые на Е120. Такое чувство. Да, 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 понял. От них. Я добегу, я ебал. Все, я в сейве. Забей, забей, тормози. Бля, прицелов нету. Пиздец, конечно. Вот это так плохо. И тут не дропнулся, сука. Че говоришь, Павлик? И там не упал прицел. Чуваки на горе на НЕ. Угу. Стреляем. Давай. Лошадь кому выдать, пацаны? На них падает. Ох, блядь, летает. Чувак, чувак, впритул к нам. В смысле, прям тут? Да, прям тут. Прям тут на Н. Охуеть. При горке около меня.
новости, блядь. Камнями, за камнями. Бля, я так и не понял, где он. А чё его с горы не ебашь? Я бачу. Ты их не друг, что ли? На 30. Блин, ты не знаешь? Я не знаю, вот он тут, нет. Вверху, внизу, где? А хуй знает. Вверху, наверное. Вот-вот, я вижу внизу. По нему. Вырубил нахуй. Хорош. Пусть валяет. Зоны у нас нет. А, нам надо бежать. И как нам туда добраться, нахуй, боже, когда блядь. По нам стреляют, да. С того берега? Не знаю, никак. Ждать зоны, бежать, что ли? Бусты есть? А помпу. Я вообще никого нету. Ай. Помню, не вижу. Ничего ни у кого нету, нет? Нахуй нет. Бать. Ты прошел. Бусты, хилки, хоть что-то есть? У меня ничего нет. А болеутоляющие, бинты. Много? Один болеутоляющий и бинты. Вы убили того, чего пошло всего? Они убегают. Все, они убежали. Ну я не знаю, надо как-то продвигаться к дому вот этому. Я побежал. Вы с трупа можете поднять, может, там слева. Я... Нам приблизительно пизда, блядь. Вон чувак на горе видит. На горе чувак. Да, да, да. Пять, да. Ой, по мне попали, блядь. Как больно, сука. Как больно, блядь. Я пизда, походу, мне. Да. Это они не попадают же. Да прям перед нами. На 67%. Ой, горек, минус. Надо подождать, пока их кто-то развлечет. А никто их не развлечет, там поедело. Они, короче, сейчас в замок стрелял, понял. Но они там такая позиция у них классная, блядь. Просто пацаны, я уже почти пробежал. По полю. Вау, вы вау. Слышите, я почти пробежал. Молодец. Лень, тебя увидели, Лень, все пизда. Просто стоите, стреляют. Тебе пизда, зря. Лень, мы двое с Игорьком умерли. Ты явно тоже умрешь. Так где они там? На горе, блядь. Надо страшно. Стоять, тупо стоять, он. Твою мать, ну... Справа от тебя, вот там, да, 120. Вот, левее. Вон, через дорогу дома, вот там вот. Вон, бегает, видишь? Он справа, наверху, что ли, батя? Да, видит. Прыгает. Он видит, все. Их я увидел. Да, вот это наш варик был. Вот он. Прям перед тобой челик, алё. Да я вижу, чувака, но он шо, мне в зоне. Давай, нахуй вы мне, блядь. Начинай, блядь. Подожди, да подожди ты, начинай. Ты что, прикалываешься? На, нахуй. Ты жесткий. Да нахуй вы меня заёбываете, блядь. Я подхожу к чуваку в упор, он меня не видит, смотрит в другую сторону в прицел. Вы там меня орёте, что-то напрягаете. Ты зашёл в зону уже, начал стрелять, блядь. Нахуй ты к нему подошёл? Пиздец. У тебя было, нахуй, 100 шансов из 100 его убить, просто... и ты сдох, нахуй. Блядь, это пиздец, Паша. Ладно. Пацаны, я отойду. Блядь. Как у Паши весело, блядь. Нахуй он бежал к нему. Я вообще не понимаю, нахуй это надо было. Уже 10 раз ему бог убить говорит, ждите, нахуй. Ждите, сейчас я высосу и высосал. Вы можете достать сковородку и сковородкой. Может, чувак с вектором вдруг? С юмпиком. Вектором. Разве вектор был? По-моему, юмпик. Женя, ты говоришь, что типа вы с Троцким там сдохли. Ты видел, где я был? Да ты там же почти бежал, где мы, короче. Серьезно. Я был в поле, в ямке, братан. Не-не-не-не. Ты прям на вот так вот прям на ладони у них. Сука, был, я знаешь? Был в поле, в ёбаной ямке. Там же были. Куда мне было бежать? Там же были. Куда мне было, блядь, бежать? Налево, как Паша, надо было под водой бежать. Этим чуваком. Так я уже был в поле, чувак. Нет, так я говорю, зря выбежал, вот как-то.
Ну, блядь, мы все втроем туда выбежим, если что. Пошли вот сюда. Ёрма. Все вместе выбежали, по нам всем начали стрелять. Я прыгнул в большую выемку. Не, ну мы умерли, ты там еще где-то полминуты прошло, и потом ты опять выбежал туда же. Да потому что я сидел в ямке и хилился в чистом поле. Алло. Надо было, короче, наверное, бежать. Да что ты говоришь, Троцкий, пиздец? И что теперь, вот что мы прямо сейчас будем делать? Втроем. Ну типа, рели, просто нахуй 5 раз. У вас 0 ответа, я не понимаю, то есть мне становиться дальше цей казачусь или нет? Ты вот сказал и остановись. Всё. Пиздец, мы вообще как-то разброс. Сзади меня чуваки. Мне походу пизда. Мы все ебать народа, блять, еще просто до жопы. Йо, поймать, нахер я вниз упал, блять. Охуенно, X8. Неплохо. Игорёк, у тебя тут тип сзади тебя. Учти нюанс. Блядь. Да ладно. До пистолета просто нереально попасть. Тут два чувака у меня, я короче, вам... передо мной. Господи, дайте мне запрыгнуть на сраный ящик. О, зачем я взял этот пистолет? Ну что, Ленчик, у тебя что-то есть? Бля, я мон... Не, я, как видишь, на коленях. Ясно. Отдыхаю. А, я тоже сейчас буду отдыхать, все норм. А, ну я тут с пистолета нормально пострелял, но... Я думаю, надо передохнуть просто. Ох, откуда дроба? А вот откуда? Бачишь? Закон там с дробашом. Хорошо. Напал. Бля. Что? Алло, блядь. Патронов нет. Ты чё? Патронов нет. Патронов нет. Блядь. Охуеть. Понял, ты да, дал чуваку да, залутать да. Патроны. А что, у Игорька патроны были? Нет, у меня пистоль был. У меня пистоль и этот был. Кто? Он просто взял походу пуха, а зарядить забыл. А, ну может быть, кстати. Ну что, зарядить на Павлик на лодке. Ну он хорош. Ага. Так. 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 Что ж делать, да? Че он пригнутый идет? Кстати, а в городе почти тут не нет. Может нам лучше в город сюда? Вот. Да куда угодно нам лучше падать. Играть все равно не умеем. Понимаешь, в чем проблема, Игорек? Вот когда вдвоем играешь, ты можешь там убить двух чуваков и все. Это легко. Когда четырем играем, это очень трудно. Одного кикнули нашего, все, это уже против. Втроем против четырех двоих, это вообще пиздец против четырех. Короче, есть свои нюансики. А учитывая наш скилл игры, то аптечки, нюансики мост, очень аптечки. Сильные.
прям справа от Паши где-то чувак бегает. Сзади бегает здесь. Шаги в этой нет. Да нет. Дверки открыты. Мне так ощущение, что сейчас сзади не устоите. Боже, и бегаем. В этом доме вроде, вот он. Что в этом доме, Паша, под которым стоишь? Тут есть, есть чувак. Братан, на втором этаже тут. Над тобой прям. Ой, зря. Справа, справа. Справа и слева. Слева. В этом же доме, вот тут внутри. Не-не-не, в доме. Слева. Паша, слева, 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 Паша. В этом крыле слева. То есть босихаби. Так я же говорю. А эти дома с крышей интересны или нет? Да. А, значит на крыше топает. Прям над Пашей идет. Три трупа. Значит один остался. Да над тобой, Павлик. Я уже информирую. Он не слышит, наверное. Прям тут на лестнице. Прицелов много. X8? На крыше, прям над тобой. Открыл двери. Зашел. Сел. Пиздец. Ладно. Прорыв пока? Да.